Так, ну вот другой двигатель, вот этот 5, новый, генератор одной установки. Я его сейчас прогрел немножко, 2 минуты. Так, опять заливаем, берем 150 грамм бензина, заливаем бутылочкой. И посмотрим с родным карбюратором на холостых оборотах, сколько он сможет проглотить. Ну, я пока выключу. Так, секундомер приготовили. Так, сейчас пускаем двигатель, где мой ключ на старт. Так, бензин залили. Вот, 150 грамм бензина залито. Я полностью видео, наверное, снимать не буду, без прорыва. Это двигатель, я думаю, ставить вот на этот трактор. А дизельный буду ставить на тот полноприводный, там готовлю. Пока определится к чему. Вот он протарактит на этих граммах. Повторюсь, что дизель за 20 минут спалил. Сколько, не помню, 75 грамм вроде бы. Короче, вышло 225 грамм на час на холостых оборотах. 225 грамм в час вышло у него. У того вышло 1,5 литра в час на холостых оборотах. Вот этот уже барабанит. Минут 25 секунд. Этот больше работает, вернее дольше, на том же самом количестве бензина. Я думаю, он минут 8 протянет. А жигулевский карбюратор только 6. Я планирую его сюда поставить, на этот трактор. Все, 8.30. Вот, на родном карбюраторе проработал он 150 грамм бензина. Прочухал за 8,5 минут.
А там то, что на улице Жигулевский, что стоит на тракторе, прочухал 150 грамм бензина за 6 минут. Но тот крутил маховики сцепления через шкивы, через ремни. Почему-то вышло, не знаю, в холостом режиме. Но тот очень экономичный, что стоит на тракторе Жигулевским карбюратором. Очень экономичный. А в холостом режиме оказался он не очень. Может, это все легче крутить сам себе солдахов. Но что он покажет? Так, сейчас посчитаем. Секундочку. Так, 150 грамм бензина. 150 грамм бензина. Разделить на 8,30 секунд. Равняется 18 грамм бензина в минуту. 18 грамм бензина в минуту. Умножить на 60 минут. 60 минут. Получается 1,80 литра этот на холостых спалит в час. 1,80 литра с родным карбюратором. Карбюратор стоит К16М. А то, что на тракторе Жигулевским карбюратором, правда, тот вращает сцепление с маховиками, тот 1,5 литра в час. Но посмотрим, что это покажет в работе. Как обычно, они на холостых, может, и экономно, но при нагрузке они в два раза больше жрут, чем жигулевские карбюраторы. Ну, пока на этом все. Мотор хороший. Хорошие эти моторчики. Не знаю. Заводится хорошо. Работает прекрасно. Проводим еще раз. Это новенький мотор в консервации. Стоял на НЗ, скажем так. Еще бензин там, и карбюраторы, и самом топливном насосе есть. Все, ставьте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал.